Нострадамус назвал три знака зодиака, которых защищают высшие силы. У каждого порой бывают непростые периоды в жизни. Однако, никогда не стоит унывать. Ведь после дождя всегда выходит солнце. Невзгоды всегда временны. Оракул выделил три знака зодиака, которые находятся под особым покровительством высших сил. Про них обычно говорят: вот это везунчик. Ему явно помогает ангел-хранитель. А кто это, я вам сейчас назову. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. И да, в моем телеграме ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак – близнецы. Близнецов частенько записывают в везунчики. Многие поражаются, как им все удается. У них врожденное чутье, ну как всегда. Опять повезло, чем они такие особенные. Да, действительно, удача практически всегда на стороне близнецов. Представители этого знака всегда умеют появляться в нужное время в нужном месте. Близнецы не стоят в сторонке, а всегда стараются поймать свою удачу. Они прислушиваются к подсказкам судьбы. Близнецы всегда благодарны своей судьбе за подаренные шансы. А высшие силы всегда любят тех, кто готов принять их дары с благодарностью. Второй знак – Дева. Представители этого знака уверены, что все хорошести, которые они получают, это все благодаря их кропотливой работе. Девы стараются не опускать рук даже в самых сложных ситуациях. А высшие силы всячески стараются им в этом помогать. Судьба бережет дев от мощных потрясений. Но и сами девы никогда не пасут задних и уверенно идут к своим целям. Девы умеют прислушиваться к интуиции и всегда знают, в какие дела им лучше не совать свой нос. Высшие силы наградили представителей этого знака умом и невероятным чутьем. И третий знак. Они по своей натуре очень позитивные личности. Они всегда стараются находить, что звездочка-то хорошая даже в пасмурном дне. Радость в мелочах, именно в этом уверены практически все представители этого знака. Они всегда стараются смотреть на мир с позитивом и всегда благодарны своей судьбе. А как известно, удача очень любит оптимистов. Поэтому высшие силы стараются всячески помогать тем, что улыбается этой жизни. Они всегда готовы к чему-то новому в своей жизни и готовы принимать перемены с благодарностью. В душе все они так похожи на маленьких деток, которые ждут праздник. И судьба всегда одаривает их приятными сюрпризами. А если что-то пошло не так, им достаточно улыбнуться собственному отражению, и все наладится. И это Стрелец.